то там, то здесь выходит, значит, то не нравится, это не нравится, сразу готовы схватиться за какой-нибудь недостаток в каком-то районе и начинать раскручивать, есть у нас и такая пресса и так далее. Вот наводнение на востоке, паводок, все кинулись, что весь Казахстан тонет. Понимаете? Надо быть чутким к этим отношениям. И надо таких людей на место ставить, где бы они ни были. Нам дороже всего наша стабильность, наше благополучие. Только тогда будем развиваться.